Вот Игорь сегодня в Brawl Stars будем играть. Что у меня тут у нас в клубе? У меня три участника. Так, у меня тут уровень в Brawl Pass. Давайте квест выполняем. Выиграть бой три раза с бойцом Роза в ШД. У нас как раз, получается, два квеста сразу выполнится. Так, ну погнали. Сейчас я уберу этот значок. Так. Идем, ломаем ящички. В принципе, у меня за Розу хорошо получается играть. Она достаточно крутой боец. Я бы даже сказал, офигенный боец. Я, кстати, буду Розу апать на 25-й ранг. Возможно, даже на какой-нибудь другой ранг. Так, надо... Отлично. Вынесли. Мне кажется, Роза это имба просто. У нее, в принципе, атака, ну, и не очень дальняя. О. О. Так. Надо будет сейчас на ней вынести. Так. Квест еще не пройден. Так, ребят, коктейль. Нет, 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 нет. Нет, пожалуйста, пожалуйста. Ух, живем, хилимся, хилимся, хилимся. Так, 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 так. На, не здесь. О, да, о, да. Ну, не повезло. Но мы квест один сделали. То есть мы в ШД выиграли, за Розу выиграли. Это, получается, считается? Да, считается. Так, что? В смысле? В парном надо. Так, надо в парном. А, алло, мы можем просто поиграть, у нас будет два. Давайте сейчас откроем два этих бокса. Мало ли оттуда выпадет что-то. Мало ли оттуда пассивка выпадет. Так, погнали. Ящичек. Спасибо. Я тупо не достаю. Но меня сейчас убьют. Куда? Нет, пожалуйста. Пожалуйста, спасибо. Ой. Ой. Ой, а можно поаккуратнее как бы? Так. И прям на меня. Ой-ой-ой-ой-ой, там замес между тиками. Капец. Что тут творится с этими тиками? Так, Мортис. Я иду за тобой. Ладно, уже не иду. Надо вынести этого сраного Мортиса, он бесит. Он тупо... А, все, квест пройден. Так, топ-3. Надо... Мортис мешает. Очень сильно. Так, выходим. Сколько нам дадут? 22, все. Так, отлично. Давайте теперь на 500 выполним. Давайте убьем Карла. Несколько челиков. Где нам? Кого взять? Кого взять? Я боюсь его слить. Давайте тогда парное ШД. Так, у нас получается... А, 200 очков сил. Тратим на бета, потому что я бета на 1000 кубков апать буду. Он у меня уже 8 силы. Так, ну погнали. У меня, в принципе, на Карла гаджет есть. Его ульта просто всех выносит. Я попробую Карла апнуть на тоже на 30-й ранг, но для начала надо... Так, сразу. Юзаем это. Отлично.
Карл довольно имбовый перс. Блин, тупо в жопу потратил. Я ненавижу бойца, он Эмс, у него... Ну как так можно? Ну как просто? Фух, не слил. Боже мой. Может, все-таки откроем эти ящики? О, смотрите, как я близко уже к концу брал паса. Воу, ничего себе. Ничего себе. Так, сколько записи? 5 минут. Ну, на ком мы можем поиграть? Так. Да, в принципе, вот это. За... Ну, за кого можно? Например, за Вольт. За Вольта. Так. Оп, апнулись. Апнулись, отлично. Отлично. Все хорошо. Так. Ребята, неужели я не хочу делать еще одну серию по этим моментам, неудачным кадрам? Я не хочу. Опять. Опять они вошли. Опять. Ну как так можно? Вот как, блин, как? А, не апаюсь. Ай! Отлично. Да блин, чё я постоянно апаюсь-то так? Все слил. Ничего, зато дофига урона. Можно еще. Куда? Ребят, вы пишите в комменты, если вам интересно то, как я бомблю из-за того, что ко мне заходит в комнату во время съемки. И вырезать мне это или нет? Потому что вы просто какие-то нереальные, ребят. Вы за примерно за 2 дня набрали 40 просмотров на этом видео. Я видео снимал, типа. А, где? А, это просто нереально. Как это вообще? Честно говоря, я вообще не понимаю, как это возможно. Отлично. Вынес. Капнулся и сразу все просрал. А, все. Отлично. А, эту катку мы опять слили. Прикольно. Да сру. Не понимаю, чисто не понимаю. Опять мы катку слили, да чтоб тебя. Тупо катки сливаем. Может, нам кого-нибудь другого? Хотя...
Тут на 500 нет ничего годного. Ладно, давай за розу выиграем. Я надеюсь, я ее не апну сейчас на 550, потому что я не хочу ее сейчас апать. Я хочу ее потом апнуть. Ну, типа, потому что в жопу. Так, спасибо. Я, пожалуй, отсюда пойду. Изи. Роза очень легкий бравлер. Тупо очень легкий. Только сказал, что он легкий. Сразу же в жопу все пошло, ссаный Леон. Все из-за этой Пайпер сраной. Пиздец. Так, мы в том же месте. Блин, Роза такой неудобный в бравлер, вообще капец. Она такая неудобная, вообще. Очень, очень она неудобная. Очень, вообще, бравлер такой лошарский. Я ничего не понимаю. На самом деле это все сука. Катку одну можно выиграть, пожалуйста. Фух. Записал видео, называется. Запись хоть идет, идет. Меня сейчас вынесут самым... Минус два, плюс два. Минус два. Что дальше будет? Как это дерьмо апнуть? Я уже серьезно, блин. Так, уже видео 13 минут идет. Мне надо Дэрила вынести. Я за розу много раз перепал. Сука, блядь. Как это дерьмо апнуть? Я тупо не понимаю. Минус пять. Все в жопу. В жопу эту розу. Короче, в жопу это все. Давайте откроем два ящика и на этом успокоимся. Ничего. Ничего. Прикольно. Ладно, всем спасибо за то, что посмотрели это видео. Сегодня вечером выйдет видео по World of Tanks. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.